Представляю вашему вниманию телефон Sagem 210X полностью в рабочем состоянии, с оригинальной родной батареей не вздутой. Проверка производится на карточке Kyivstar. Телефон был залочен на компанию Vodafone, я его официально разлочил с помощью кода. Теперь телефон полностью работает, просто вставили симку, вставили аккумулятор, закрыли заднюю крышечку и пользуйтесь на здоровье данным телефоном. Включаем. Мигание на экране — это то, что снимает так камера. Так в реальности экран не мигает. Значит, сегодня у нас с вами 23 число. Так, и сейчас будем выбирать год. Так, наверное, выберем. Так, 2019. Июнь. Так, и окей. Время у нас с вами 19:00. Все, настройка закончена. Все, как мы видим, высветилась надпись Kyivstar, цветной дисплей. Кнопочки все работают очень мягко. Телефон очень в хорошем техническом и косметическом состоянии. Смотрите, ребята, за очень небольшие деньги. На одну сим-карту. Заходим по менюшке. Что у нас есть? У нас есть телефонная книга. У нас есть сообщения. На карточке сообщений нету. Дальше у нас есть игры. Две игрухи. Так, не знаю, как в нее играть. А, тут бегает такая штучка, и надо отбивать. Ну, короче, примитивные игры, но они есть. Дальше, что у нас по звуку? Рингтоны. Ну, такие звуки и вибрации. Так, можно включить вибрацию. Можно активировать, можно деактивировать. Дальше. Выбрать на улице режим. И включить, отключить сигналы. Дальше. Background. Это у нас color. Самой заставки. Также у нас есть, можно выбрать всякие разные обои. Далее здесь у нас настройки: дата, время, объект, язык. Русского языка нету. Настройки.
Далее здесь у нас настройка звонков, кто нам звонил, во сколько звонил, время звонка. Все указывается в этой папке. Дальше. Это у нас память. Можно закодировать телефон, чтобы никто им не мог им воспользоваться. И что у нас есть? У нас есть календарь. У нас есть калькулятор. Конвертер валют. Мер. Длин. Есть у нас будильник. Есть у нас таймер. И дата. И инфоторазвага, это такие староские примочки. Теперь покажу, как звонит. Сеть ловит стабильно, работает со всеми операторами, поэтому проблем у вас никаких не будет. А чтобы включить громкий звук, видите, регулируется. Сейчас я вам покажу. Нажимаем меню, speaker on, yes. Громкая связь есть, все отлично. Так что, если вы захотели купить данный телефончик, ребята, можете приобретать. Небольшая стоимость, хорошая звонилка, подойдет как пожилым, так и обычным людям, как второй телефон кнопочный. Поэтому, если понравилось, внизу будет электронный адрес, пишите, договоримся, отправляю в любой город, Украина, Россия, Казахстан, в любой, после полной оплаты. Удачных покупок!